Доброго дня, ребята! Сегодняшняя тема у нас формула тонкой линзы. Бүгінгі сабағымыздың аты жіңішке линзаның формуласы. Сперва давайте проведем, что такое D. D это диоптрия, единица измерения, называется оптической силой. Қазақша оптикалық күш деп аталады. D равно 1 деленное на F, где F это фокусное расстояние, фокус-тык, кашык-тык. Если посмотрите на рисунок, у нас вот эта красная вещь, это у нас предмет тени. И вот эта собирающая линза показывает вот такое изображение. Осындай кескін көрсетеді. Изображение қазақша кескін. Так. Потом А это расстояние от линзы до предмета. Б расстояние от линзы до изображения. Г увеличение объекта, увеличение изображения, которая равна b деленной на a в модуле. Теперь линза бывает два типа. Собирающая линза и рассеивающая линза. Собирающая линза пишется вот таким образом. Рассеивающая линза вот так. И у рассеивающей линзы фокусное расстояние или оптическая сила отрицательное число. Собирающая линза, казахша, джинагыш линза. Рассеивающая линза, шашыратқыш линза. Теперь давайте рассмотрим рассеивающую линзу. У нас бывает вот такие 6 характеристик. Действительные, мнимое. Сейчас я вам покажу, что такое действительное. Действительное это когда изображение находится слева от линзы. Нет, я ошибся. Когда изображение находится справа от линзы, это будет действительное. А когда слева находится, это будет мнимое. Казахша мнимое жалған. Яғни, линзаның сол жағында орналасса, кескін жалған болады. Оң жағында орналасса, кескін шын болады. Прямое перевернутое деген. Прямое деген. Былай тік тұру. Перевернутое деген. Төңкерілген деген сөз. Прямоенің терминдік атауы қазақша тура болады. Тура төңкерілген. Увеличенное, уменьшенное. Үлкейген, кішірейген. Это понятно, да? Давайте, чтобы найти, где находится изображение, у нас есть два метода. Первый метод это по формуле находим. Давайте. Формула 1 деленное А плюс 1 деленное Б равно минус 1 деленное F. Потому что у нас рассеивающая линза. Поэтому А это расстояние от предмета, Б это расстояние до изображения. Поэтому мы находим b равно минус 1 деленное на a минус 1 деленное на f, где через несколько степов мы несколько ходов мы находим такую формулу. И давайте g равно чему? G равно f деленное на a плюс f, которое меньше 1. Что это означает? Что это значит? G меньше 1, это значит, это уменьшенное. Уменьшенное, да? B отрицательное. B отрицательное, это означает, что у нас изображение мнимое. Изображение мнимое. А мнимое всегда с прямым вместе идут.
Действительное, мнимое всегда с прямым вместе, а действительное идет с перевернутым всегда вместе. Это, что это значит? Действительное это когда b у нас больше нуля. Мнимое это b меньше нуля. Прямое b меньше нуля. Перевернутое b больше нуля. Увеличенное это g, когда больше одного. Уменьшенное g меньше одного. Давайте. Теперь второй метод это через рисунок находим. Так. Ну, прямой такой луч отправляем. Вот этот луч у нас рассеивается вот таким образом, где его продолжение идет через фокусное расстояние. И второе. Второе. Луч идет через центр линзы. Центр линзы никогда не преломляет луч. Она тупо сквозь проходит. Центр, потому что там нету искривления радиуса. Поэтому вот так проходит. Вот. И здесь лучи, они между собой не встречаются. Но их продолжение вот здесь встречается. Поэтому здесь у нас будет изображение. Давайте проверим. Изображение уменьшенное. Изображение у нас мнимое, потому что находится слева от линзы. И реально она прямая, да? Изображение прямое. Рассеивающая линза легко. Как вы видите, вот эта формула всегда нам показывает вот этот случай. И вы можете сами проверить. Вот когда, если вы фокусное расстояние будет где-то здесь, тогда продолжение будет вот таким образом. И изображение будет тоже. Ну, побольше чуть-чуть, но уменьшенное, мнимое и прямое. Так, теперь собирающая линза. Собирающие линзы, давайте. Там несколько случаев бывает, поэтому сперва с вторым методом, методом построения лучей, его посмотрим. Вот так идет. Первый луч идет через фокусное расстояние, это собирающая линза. И второй луч идет через центр. Вот. Как вы видите, здесь у нас изображение, где два луча между собой кылады. И здесь что у нас? Если вот так примерно сказать, g будет меньше одного, да? Уменьшенное. B у нас